Киеве не мог проехать мимо. В Борисполе, значит, светло-коричневый покрашен, а патина сделана белым и сделана рыжим. Затем темно-коричневым покрашен, а патина сделана желтым и сделана медью. Булыга. Серым покрашена и патина сделана белым. Покрашена светло-коричневым, патина сделана желтым и бежевым. Здесь покрашена темно-коричневым, патина сделана медью и золотом. Вот так смотрятся эти заборы. Затем здесь покрашена охрой и, желтым сделана патина. Здесь сланец покрашен темно-коричневым, патина сделана зеленым, белым, коричневым, желтым. И на булыге патина сделана белым и коричневым. Доски покрашены под дерево, патина сделана желтым. Здесь, в принципе, коричневые все три покрашены коричневым. На первом варианте патина белая, желтая и кое-где красная. На втором варианте патина бежевая и желтая. Здесь патина у нас охра, рыжая и синяя даже. Так, вот кто это делает. Еврозабор и Киевзабор. Доставка, установка, покраска. Здесь светло-коричневым, патина белая с зеленцой и желтая. Здесь, ну, подковку сделано, наверное, да? Темно-коричневый, патина сделана медью, желтым и бежевым. И ковка сделана золотом. Здесь бревнышко темно-коричневым. Бревнышки сделаны под что? Желтым, и сучки сделаны коричневым. Это кирпичик. Здесь все коричневым покрашено, просто верхние секции рыжим золотом сделано, а нижняя белая с желтым патина. Здесь под кирпич покрашено, просто под кирпич, а камни под камень. Коричневый цвет и желтым сделана патина. Здесь серый, патина сделана сразу белая и кое-где сделана потом после белого черным и желтым. Вот так это смотрится все. Так, здесь коричневая патина у нас рыжая. Здесь коричневая патина белая. Вот это бревнышки. Здесь коричневая патина рыжая. Здесь под березу белым покрашена патина черная и сучки желтые. Ну, и это, по-моему, мы видели. Светло-коричневый и темно-коричневый. Патина на светло-коричневом желтая и бежевая. На темно-коричневом темно-рыжая и желтая. Ну вот еще раз пройдем все заборы, посмотрим, почему остановился, понравилось. У нас ассортимент от такой покраски как бы и не видел нигде. Вот так, потерял 4 минуты, но тем не менее взял себе на заметку.